Сегодня 1 календарное марта, и у нас редакционное задание снять опрос. И если обычно люди могут как-то пугаться и бояться отвечать нам на наши вопросы, то сегодня уж точно никто не посмеет этого сделать. Вот сейчас поэкспериментируем. Девушка, скажите, ответите нам на вопрос? Да, конечно. Здорово. А с чем у вас ассоциируется весна? Ну, во-первых, весна – это пробуждение природы ото сна. Это когда... Не знаю, из-под снега выходит очень много ярких цветов, там вот эти самые цветы, трава, все цветет, пахнет красота, жить хочется. У меня весна ассоциируется в первую очередь это с прекрасным настроением. Настроение поднимается от того, что ярко светит солнце, что синее небо над головой. И, конечно же, у меня весна ассоциируется с красивыми женщинами, потому что они идут и просто сияют от улыбок. И на их лицах такие счастливые улыбки. Они чувствуют, наверное, приближение лета уже. Солнышком. Тепло. Да и вообще тепло. Весна. Надеемся, будет нормальная весна. А там мы летом ждем. Мы дачники. Так что ждем, чтобы просада выросла. С цветами, с тюльпанами. Ну, с хорошим настроением. Наверное, с экзаменами, которые вроде скоро, а вроде нет. С фестивалями. У меня с цветочками. Да, у нас в мае будет фестиваль молодежной культуры «Эстфест». Так что там тепло, ждешь, готовишься. У нас сегодня такой весенний опрос. Я даже не знаю. Скоро дача, огород. Вот туда уеду на все лето. На дачу. Чем еще больше? А вот сама весна, вот сейчас, вот сегодня 1 марта. Было бы здоровье. А 2 марта у меня завтра было бы 50 лет за той свадьбы. Но мужа нет 6 лет. Но, тем не менее, я вас поздравляю. Спасибо. Скоро дача, тепло будет, настроение повысится. Ну, весна есть весна, это не зима. Я думаю, весна – это любовь. Весна – это оттепель, капель, пение птиц. Солнце намного ярче, вспышки эмоций. Вы знаете, весна – это и бабочки здесь вот. Весна – это жизнь.